Мастера спорта международного класса, тренеры, представители духовенства. В Гребневской церкви встретились представители, казалось, двух разных сфер. Обе преследуют общую цель, уверены спикеры конференции «Православие и спорт». Наша задача – привлекать детей, подростков, забирать их с улицы, чтобы они не занимались всякими такими вещами ненужными, занимались спортом, чтобы вырастить из них достойных людей. Как правильно воспитать подростка? Как прививать мальчику настоящие мужские качества? Патриотизм, ответственность, семейность, любовь к ближнему. Ответы на эти вопросы дает обучающий фильм «Путь мужчины». Наверное, вот такие фильмы нужно показывать. Показывать по телевизору, показывать в то время, когда всей семьей люди собираются вместе и могут просматривать такие фильмы вместе с детьми. Это обучающие фильмы. И я думаю, что мы в наших школах, в образовательных учреждениях обязательно этот фильм будем показывать на днях профилактики. Ольга Лимарова работает с подростками практически каждый день. Уверена, что трудных не бывает. Как никто другой, она знает, что именно от семьи, школы и окружения зависит будущее каждого ребенка. Спорт и православие – два из многих возможных путей движения вперед. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».